Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. И первым слово наставнику футбольного клуба КАМАЗ. Владимир Ярославович, прокомментируйте сегодняшний матч. Ну, кубковая игра, видно было. Хорошую, отмечу сначала атмосферу. Болельщики, пришли много болельщиков. Естественно, поддерживали команду свою. Ну и как бы подгоняли. Хочу отметить наших болельщиков. Там несколько человек приехало. Большое спасибо за поддержку. Что касается матча, кубковая игра. Можно так сказать, играли атаку на атаку. Были у нас в начале моменты, в первом тайме две перекладины, потом хозяева перехватили, были подходы и моменты. Во втором тайме чуть-чуть сыграли построже, ну, где-то поймали Саута, хозяев на невнимательности, забили мяч. Поздравляю с хорошим дебютом Игнатенко. Мы к этой игре его заявили, и он принес нам победу. А так, разберем ошибки, будем двигаться вперед. Всех поздравляю, наших болельщиков, и с победой. А что знали о команде «Торпедо» и как готовились к игре? Ну, просмотрели несколько игр. Хорошая играющая команда. Как бы изучили схему, сильные стороны. Где-то, еще раз повторю, в первом тайме какие-то моменты не дорабатывали, но сделали корректировку. Хорошие стандартные положения. Поэтому, ну, шапка, можно так, шапка закидательских настроений не было. Но игра была тяжелая и, еще раз повторюсь, обоюдоострая. А как вы оцените состояние газона Владимирского стадиона «Торпедо»? Ну, хорошее, приемлемое. Хотелось бы чуть-чуть помягче, наверное, можно было полить. А так, нормальное поле, естественное. Хорошо, спасибо вам и удачи. Спасибо вам.